Накануне в международном аэропорту Манас приземлился самолет, который доставил 560 кислородных концентраторов. Гуманитарную помощь оказал кувейтский благотворительный фонд «Ас-Салам». Мы не смогли остаться в стороне в такое сложное время для Кыргызстана. Надеемся, что с помощью этих аппаратов можно будет спасти жизни многих людей. Кислородные концентраторы будут направлены в области и районы республики. Если их не хватит, то мы приложим все усилия, чтобы оказать дополнительную поддержку. Также ведутся переговоры с Кувейтом по доставке и другого необходимого медицинского оборудования. В церемонии приема передачи гуманитарной помощи приняли участие вице-премьер-министр Аида Исмаилова, представители Министерства здравоохранения и волонтеры. Аида Исмаилова выразила слова благодарности фонду, волонтерам и медикам, которые оказывают посильную помощь государству в борьбе с пандемией COVID-19. По инициативе президента Кыргызской республики, при его поддержке, фонд «Ас-Салам» нам предоставил гуманитарную помощь в виде кислородных концентраторов в количестве 560 штук. Из них 450 штук будут распределены по новым больницам, которые строятся сейчас по всему Кыргызстану. Их 9 больниц. Опять же, это инициатива президента Кыргызской республики. Также вице-премьер подчеркнула, что гуманитарная помощь, которая прибывает в страну от донорских и международных организаций, от волонтеров, распределяется прозрачно на основании коллегиального решения комиссии. В распределении гуманитарной помощи, которую мы получаем от наших доноров, от волонтерских движений, принимают участие наши волонтеры. И распределение проходит прозрачно. Я это говорю, потому что к нам поступает очень много вопросов именно по распределению гуманитарной помощи. Гуманитарную помощь мы получили и получаем от наших доноров, от волонтерских организаций и от международных организаций. Также Аида Исмаилова отметила, что 450 концентраторов будут переданы в новые больницы, оставшиеся 110 представители фонда сами передадут в медучреждения, где в них нуждаются. Нурбек Иманов, Ирлан Джунушалиев, Талгат Токтосеитов, Алатау 24.